А в Тернопольской области радикалы сегодня устроили акцию протеста против российских банков. Более сотни крепких парней в балаклавах с флагами свободы, национального корпуса и правого сектора пришли к зданию Сбербанка в центре города. С собой они принесли кирпичи и буквально замуровали вход в отделение. Стены разрисовали, а окна оклеили листовками. При этом участники акции свое мероприятие назвали просветительским. Дескать, таким образом хотели проинформировать людей о возможном прекращении работы банка.